Видео подготовлено каналом Уроки ТВ, номер 145. Составьте словарь профессий из 15-20 слов, включив в него профессионализм. Профессию выберите самостоятельно. Можно сопроводить словарь иллюстрациями. Архитектурные термины. Акант – акант. Декоративная форма, восходящая к рисунку листьев травянистого растения акант. Скульптурное украшение капителей, карниза и тому подобное в виде листьев этого растения. Ансамбль – группа построек, объединенная художественно, функционально или исторически, которая также может включать элементы природного ландшафта. Аркада – ряд одинаковых по форме и размеру арок, опирающихся на колонны или столбы. Чаще всего применяется при устройстве открытых галерей. Балясины – невысокие фигурные столбики, поддерживающие перила, ограждения балконов, лестниц и так далее. Вилла – загородный дом с садом или парком. Город-сад – небольшой город с разряженной застройками, обилием открытых озелененных пространств и ограниченным числом жителей – 30-35 тысяч, которым обеспечиваются как удобство городской жизни, так и связь с природой. Зиккурат. В архитектуре древней Месопотамии культовая ярусная башня. Интерьер. Внутреннее пространство помещения. Капитель. Пластически выделенная венчающая часть вертикальной опоры, столба или колонны, передающая ей нагрузку от архитектуры, трава и других расположенных выше частей здания, или образно выражающая эту функцию, например, в пилястре. Карниз – горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды, имеет также декоративное значение. Лепнина – рельефные украшения, фигурные и орнаментальные, на фасадах и в интерьерах зданий, как правило, отлитые или отпрессованные из гипса, штукатурки, бетона или других материалов. Мансарда – помещение, преимущественно жилое, на чердаке здания, двухскатная крыша которого состоит из двух частей – верхней пологой и нижней отвесной. Мезонин – настройка над средней частью жилого, обычно небольшого дома. Наличник – декоративное обрамление оконного проема. Панно – часть стены, выделенная обрамлением, лепной рамой, рамой орнамента и так далее, и заполненная живописным или скульптурным изображением или орнаментом. Свод – пространственная конструкция, перекрытие или покрытие сооружений, имеющие геометрическую форму, образованную выпуклой криволинейной поверхностью. Театр – тип архитектурной постройки, предназначенный для театральных представлений. Понравилось видео? Ставь лайк, подписывайся на наш канал. Если есть предложения и пожелания, оставляй в комментариях. Со всеми прощаюсь. До следующего видео.